3, 4, 18. Егор, ничего, все, две, ты что лупишь? Ты что делаешь? Ты ж по две продавал вот эти вот. Хорошо, 2, 2, 4. Нет, 3, 3, 3, ты что? Ладно, хорошо. Но... 7, 15. Вот, это другое дело. Вот, Егор. Дурят даже... меня, дурят. Никто не дурит, блин. Ты даже... Да ладно. Ты даже этих своих и то. Такого дурит. А что за программа? Золотая майка разыгрывается, мясной набор. А как это разыгрывается? Ваш номерочек будет 24 в перерыве на поле, там, где выходит команда, будет розыгрыш. А как это будет? Просто слушай внимательно, когда будет перерыв, будет розыгрыш. Какой номерочек вытянул? Кто интересует? Твой будет 24. Да. А что надо купить? Мам, ладно, давай, пожалуйста. Ну, кружку. Ну, хорошо. Привет, привет, привет. Бум! Ой, сразу такое лицо. Я буду иметь пальцы. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте еще будем здесь. Парни, привет. Что, давайте. Брат, защиты не отрабатывает. Я могу. Я понял. Легендарный мем. 8, 9, 30, отлично, 29, я видел, ты животиком подыгрывал себе немножко, отлично, 30, 20, 11 раз всего лишь отделяет его от этого классного подарка. Это первый человек в истории стадиона «Динамо», который смог выполнить этот челлендж. Динамоша, ты видел это? Лично я не могу в это поверить, поэтому я с большим, огромным удовольствием вручаю себе вот такой вот пакет, секретный пакет, не знает содержимое его никто. Только я, даже Динамоша не знает, хотя он пытался подглядывать. Держи, дружище, и давай пять. И контрольный вопрос. Самый сильный? Бело-синий. Лови, Динамоша, лови! Подарок сегодня. Ты успел сделать? Так, если там половина Динамо... Так, держи вот этот классный блокнотик. Секунду, секунду. Ого-го. Подожди. Так, вы все фоткаетесь с половинкой Динамо, что вижу? Он не моргает, так? А где Гипа? Здорово. Есть. Что вижу? Гипа вижу. Так, подождите. Нет, тут Гипа не улыбается. Куда грустный здесь? Да почему не улыбается? А, вот здесь вижу, улыбается. Здорово. Держи. Вот такой классный блокнотик. Так, кто следующий? Так, подождите. А, спасибо. Ты говорил, но один известный тиктокер. Так, Динамоша язык показывает. Ты красиво фотографируешь. Шучу, шучу. Он всегда язык показывает. Ты молодец, давай пять. И поэтому держи. Ой, неудобно говорить, а так? Держи. О, спасибо тебе большое. Так, все показали фотографию Скипа. Скипа, 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 Скипа. Раз, два, три, четыре, пять. Спасибо. Честно скажу, искренне рад, что футбольный клуб обратил на эту дату и вообще на меня внимание. Вот. Я искренне болею за футбольный клуб «Динамо». В этом году я жду все-таки того, чтобы клуб именно на европейской арене попытался максимально выступить удачно. Когда идешь и впереди... И проходит автобус, и ты спешишь на него, бежишь, и как бы после этого догоняешь и хорошо себя чувствуешь, это значит, ты еще молодой. А когда бежишь и уже начинает такой сладкий привкус во рту появляться, это значит, уже идет окисление. Вот сейчас уже как раз постепенно начинается такое состояние, что любая пробежка, она уже начинает как бы... говорить мне о том, что, наверное, уже у тебя годы, товарищ, надо уже ну, смотреть паспорт или нет. Сами! Сами! Сами!
Если там вступление, то в эту сторону уходить. И сейчас я скажу защитникам включаться из глубины. Во время не из глубины.